Неизвестно, кто кого еще затащил, об этом спорят до сих пор. Потом они, у них родились дети, девочка, а позже мальчик. Они плакали, смеялись, ссорились, мирились. Они съели не просто вместе кусок соли, а тренированную кусок соли. Эта история абсолютно волшебная. Таких историй единицы. Мои дорогие, я не знаю, чему вы научили моего брата, но меня вы научили самому главному – любить. Это самое главное в жизни – любить. И именно поэтому я очень счастливый человек. И сегодняшний праздник – это счастье. Этим счастьем я делюсь с вами со всеми. Я вас очень люблю.